Время поджимает. Я видел Горна. В самом деле? И где? В разрушенном монастыре у моря. Мы с ним вдвоем обыскивали развалины в поисках сокровищ. Уверен, что он расскажет мне обо всем, когда мы встретимся вновь. Мы с Лестером осмотрели форт в горах. Он говорил мне об этом. Похоже, тебе можно доверять. Так где же вы четверо уже встречались? О, здесь и там, в самых разных местах. Мильтон, мне нужна твоя помощь. Что случилось? Чем я могу тебе помочь? Нам нужно где-то поговорить. Хорошо, иди за мной. Теперь рассказывай, что стряслось. Мне нужно воспользоваться силой Железной горы. И я не думаю, что мне стоит обращаться с такой просьбой к другим магам воды. Ты шутишь? Для шуток нет времени. Я серьезен, как никогда. Я виделся с некромантом Ксардосом. Я действую по его приказу. Ксардос? Ты меня пугаешь. Никто не разговаривал с ним с тех самых пор, как он покинул старый лагерь. Я виделся с ним. Зачем тебе понадобилась сила Железной горы? Я хочу передать ее этому мечу. Ух ты! Вот это клинок! Его имя Уризель. Ксардос дал мне заклинание для переноса силы. Тебе нужно будет прочесть его, когда я поднесу меч к Железной горе. Ну, если мне нужно только прочесть заклинание. Но у нас возникнут проблемы с Сатурасом и другими магами. Придется рискнуть. Это на самом деле очень важно. Важно для всех жителей колонии. Я не понимаю. Так мы сможем выбраться отсюда. Ты должен мне доверять. Ну хорошо. После всего, что ты для нас сделал, я не могу относиться к тебе иначе, как с полным доверием. Помимо этого, похоже, и Ксардос тебе доверяет. Встретимся возле Железной горы и никому не говори об этом. Хорошо, я буду ждать тебя у Железной горы. До встречи. Может быть. Это точно не моя проблема. Это было не слишком умно. Больше этого не случится. Попадаешь в неприятности. Людей ничего так не всегда учат. И бывает. Больше ты не должен не верить всему, что слышишь. Были времена, когда все было совсем по-другому. Я не хочу в это ввязываться. Скорее всего, ты прав. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Может быть, это точно не моя проблема. Я больше не слушаю. Это было не слишком умно. Некоторых людей ничего не учат. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Я в это ввязываюсь. Люди всегда болтают. Ты принес меч и заклинание? Вот, держи заклинание. Ты готов? Если только кто-нибудь может быть готов к этому. Поехали! Скорее.
Готово. Невероятно. Обычный серый камень теперь светится синим. Я больше не слушаю всякую припадку. Люди всегда болтают. Каждый раз одна и та же. Похоже, у нас получилось. Магическая сила всей этой руды теперь заключена в одном старом мече. Но, кажется, мы привлекли к себе слишком много внимания. Тебе придется воспользоваться заклинанием «Портал» для того, чтобы убраться отсюда. А как же ты? Обо мне не волнуйся. Я что-нибудь придумаю. Уходи. Не хотел бы я оказаться на его месте. Каждый раз одна и та же история. Были времена, все было совсем по-другому. Лучше ни на что не натыкаться. Я не хочу в это ввязываться. Ты не должен верить всему, что слышишь. Ты должен следить. Я восстановил Уризель. Невероятно. Меч вновь обрел былую силу. Теперь в твоих руках действительно мощное оружие. Ты говорил, что даже Макс может воспользоваться этим мечом. Присмотрись к нему повнимательнее. Видишь этот синий камень в основании клинка? В нем заключена вся магическая сила Уризеля. Если забрать его оттуда, я смогу создать магическую руну с теми же свойствами. Сделать из меча магическую руну? В бою сила ее не уступит силе Уризеля. Но помни, лишь магу шестого круга посвящения под силу будет управиться с этой могущественной руной. Возьми камень из Уризеля. Но ты еще не прошел шестой круг магии. Это твое окончательное решение. Ты действительно хочешь, чтобы я забрал этот камень? Да, сделай это. Как пожелаешь. Вот, возьми пустой меч и руну.